Белорусский Красный Крест запускает кампанию «Елка желаний». Благотворительная акция пройдет с 1 декабря по 15 января. Главная цель организаторов – уделить внимание 10 тысячам детей, которые нуждаются в любви и заботе. Для этого команда волонтеров адресно собрала пожелания таких ребят и дополнительно сформировала список сюрпризов – подарков для тех, кто не загадывал желаний. В акции могут поучаствовать и другие организации. Уже с 1 декабря наступает административная ответственность за отсутствие зимних шин. Штраф до половины базовый. Сейчас это 13 рублей 50 копеек. Госавтоинспекторы напоминают, зимние шины должны быть установлены на всех колесах автомобиля по 1 марта. Глубина протектора при этом не менее 4 мм. Белоруска Арина Пехтерева заняла 5-е место на детском Евровидении. Победителем стала исполнительница из Франции, 2-е место у Казахстана, 3-е у Испании. Впервые в истории конкурс прошел в дистанционном формате. Всего в нем выступили участники из 12 стран. В Бобруйске 1 декабря пройдет День трезвости. На территории города с полуночи до 24.00 будет ограничена продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в объектах общественного питания в розлив. Анимированную новогоднюю карту для детей разработали в Белкартографии. Рождественские традиции, зимние волшебники разных стран мира, интересные факты о новогоднем празднике, приятный бонус – анимация, которая особенно порадует детей. Первый тираж карт – 3000 экземпляров. В декабре новогодние путеводители появятся во всех книжных магазинах Беларуси.